Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби-героев. Так, задание дня, невероятное событие. Давай-ка посмотрим. Используйте поганку из стратегической колоды Перестраховка, чтобы уничтожить зомби и получить много солнца. Ну что, мы будем играть за розу против бессмертия, верно? Так, используй поганку, да, говорит. Ну давай, поехали, попробуем так. Не сказать, что я тут прям в восторге от того, что мне, конечно, дали. Блин, кабачок. Ставить будем? Ну давай поставим, может быть, что путевое вытянем. Я надеюсь, у него нет летучих мышей. Ну, что это? Ты посмотри. Ну, в принципе, ребят, это круто, что он потратил. Это круто. Я вот думаю, может быть, ландшафтик мне залепить, а? Давай-ка я, наверное, залеплю тут ландшафт. Угу. Понятно. Так, ну у нас на одну энергию больше теперь будет, да, получается? Ага. Такой деловой, думает, я ему вот так вот просто все это позволю. В топку, всех, ребята, в топку. Угу. Так, у нас на две энергии теперь больше будет. А вот и поганка. Это хорошо, что поганочка здесь. Такой наивный. Нате, балбесина. Так, неужели он будет здесь на гаргантюхах играть, а? Так, 8 энергии. Хм. Ну что, уничтожим? Давай уничтожим. Замечательно. И сами восстановим себе немножко здоровья. Так, еще один бургер достается нам. Так, ну что, еще одну потратил. В принципе, это хорошо, ребята. Следующая у нас будет поганка на выходе. Будет у нас на выходе поганка. Сейчас посмотрим, что он тут будет выставлять. Ой, какая хорошая карта выпала. А вот это нехорошо. Да, это очень нехорошо. Так, нам выпадает молоток, да? И гляди, что вытворяет, а? Блин, вот это я лопухнулся. Да, вот это я лопухнулся. Ну что, вдребезги? Это я оставляю. Этих я в хлам. И восстанавливаем себе здоровье. О, слушай, ну в принципе неплохо. В принципе очень даже неплохо. Мы можем себе восстановить здоровье. Так. И так. Что бы мне тут сделать? Я, наверное, сделаю вот так вот. И сделаю вот так. Угу. Уничтожает. Ну, с картами ты видишь, у него беда. Причем конкретная. Тратит, восстанавливает здоровье. Да, ради бога. Ради бога, как говорится, да? Так, ну что, будем вызывать? Смельчака нашего. Как ты запарил, а?
как ты просто вот запарил. Давай сделаем так. И, наверное, вот так. Давай, давай. Тратьте. Так, ну что, вытягиваем карту. Хорошая карта. Сейчас у нас работает защита. Нет, защита не сработала. Защита не сработала. Этих ханык мы можем с собой сейчас уничтожить на изи. Даже так. Даже так. Поехали. Ну, что ты на это скажешь, парнишка? Ой-ой-ой-ой, напугал ты меня, ой. Посмотри. Погнали. Так, так. Испугался, да? Ну, мышам тоже крышки этим летучим. Что же мне сделать-то здесь, а? И чё? Вот и все. Посмотрим. Напугал, господи. Так, 2, 6, 9. Сейчас посмотрим. Да ну какого лешего-то, а? Две единички хп у него всего лишь осталось. Нам надо просто уничтожить. Просто две единицы урона в лицо сделать и все. Что это такое появилось тут? Несуразица какая-то. Поехали. Ай, как хорошо. Ну поехали, в общем, ребята. Сами понимаете, что ему хана. До свидания, бессмертие. Допрыгалась тут, понимаешь ли. Так, носите 20 единиц урона героям супермозгом. Так, выиграйте игру зверским. Угу. И нанесите 5 единиц урона героям, используя карты прочерк. Вот такие у нас задания. Так, за супермозг надо будет играть тогда. За супермозг. Ну что, попробуем арену выбрать. Поехали. Получится, как думаешь? Нам надо там всего чуть-чуть. Ой-ой-ой-ой. Бета-каротин тут появляется у нас. Угу, слишком что-то как-то. Твою налево. Слишком мощные карты. Я не знаю, стоит ли мне сейчас сундук выставлять. Или потерпеть. А если потерпеть, то что? Хм. Опа. Так. Посмотрим. Кто у нас тут? А ну-ка давай. Даже так. Понятно. Пока ничего делать не будем. Ага, вот так вот, да, значит? Посмотрим. Стражника. Стражника мы с тобой достали. Ммм,
что можно сделать? Здесь можно сделать следующее. Например, сделать вот так. И вот так. И плюс вот так. Плюс еще вот так. Посмотрим. Уничтожать надгробие, ради бога. Бамс. На тебе. Иди-ка. Замечательно-то как, замечательно-то как. Посмотрим. Даже так, да? Погнали. Блин, только вы... Ну, ё-моё, почему я так и думал, что будет, а? Так, нам надо будет с этим хромом обязательно разобраться. Давай сделаем так. На хилах? В жизни не поверю. Итого 8 хп мы ему оставляем, да? Давай сделаем так. Ух, уничтожает. Хорошо. Хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо, я это знаю. Ой, загуляю. Что тут можно сделать? Так вот даже. Ё-моё, с своей этой защитой дурацкой. Но нам остается только вызвать вот этого пирата. В принципе, и все, ребят. Вызвать этого пирата. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, зачем же так жестко-то, ну... Ну так-то зачем ты? Зачем ты такие подарочки-то подкидываешь, а? Вот скажи мне, пожалуйста, на милость. Такие подарки раздает, а? Тоже мне Санта-Клаус с рваным мешком. Что он может здесь замутить? Да дофига, что на самом деле может здесь замутить. Он же сюда может поставить, и, по-моему, тут появляется плюс 2, плюс 4. Ну и чё? Все, что ли, сдался? Ну, нет, не сдался, друзья. Не сдался. Час
честно говоря, не понимаю, что он этим хотел сделать. Ему же сейчас все равно кранты. Неужели там ничего нормального не было? Вот это вот сделал. Ну ладно. Так, а, мы 5 единиц прочерком нанесли. Слушай, два задания сразу же сделали, получается. Так, и подождите секундочку. Нам нужно еще сделать... Выиграть игру с зверским зомби-героем. Зверский зомби-герой — это у нас... Это у нас разгром. А мне дают высшую лигу. Мне дают высшую лигу, блин, против пенечка. Лучше и придумать ничего нельзя было, а? Да нету у меня ничего. Что я тут могу поставить? Двойной удар лепит. Интересно. Очень интересно. Ага. Бонусную атаку будешь делать, нет? Уничтожу же. Спасибо. Так, что же дальше нам делать? Нам надо дожить до вот этих двух здоровячков. Сейчас хочу посмотреть, как он разыграет. Ага. И, соответственно, уберет его, да? А, даже так сделает. Ну, окей. Уничтожит, конечно же. А, нет, не пробьет, не пробьет, ребят. Давай так попробуем. Здесь бомбы никакой нет у тебя. Угу. О, как. Только не говори, что ты сейчас будешь делать бонусную атаку или еще что-нибудь в этом роде. Бамс. Пробил. Пробил. Пошел набирать карты, ладно. Интересно, у него могила ед есть, нет он? Проверим. Так. Итак. Ну что, ребята? Да мне плевать, что там двойной удар делаешь. Поехали. Так. Так. А теперь хочу я сделать вот так. Угу. Допустим. Ой, ой. Что же это творится, друзья мои? Что же это творится-то у меня здесь такое, а? Этим двум ханыгам хана. Ага. Так, надеюсь, браток, ты меня не подведешь. Закинешь туда хорошенького. Угу, полетел. Замечательно, красавчик. Так, это вам расход. Их. Бэм. Бэм. Шикардосик. Просто шикардосик. Теперь сделаем вот так вот.
Угу. Нисколечко ты меня, парень, не напугал. Ну, давай, смачного какого-нибудь. Отлично, хана ему, ребят. Великолепно получилось. Высшая лига, друзья. Это вам не хухры-мухры. Высшая лига была. Так что здесь я не мог сказать, что он плохо играет или еще что-нибудь. Единственное, могу сказать, что мне повезло, наверное, с рукой. Это да. Когда рука, как говорится, не идет, хоть ты что тут сделай, ребят, ничего не поможет тебе. Ну что, друзья, ежедневки прошли. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.